Далее уже у нас получается это средний фон. Также это второй срок, 18 апреля. 5 миллионов норма высева. То есть высота уже более 50 сантиметров. И получается, что посев готовится выбросить колос. То есть в средняя высота, конечно, здесь 50, наверное, 5-60 сантиметров. То есть такая вот разница. Это уже удобренный участок. Здесь 200 килограмм селитры аммиачной. И в пределах 150 килограмм диамофоски. 5 миллионов, 4,5 миллиона. 3,5 миллиона. Кстати, высота с уменьшением нормы высева, она снижается. Так, 3,5, 2,5 миллиона. И это у нас 1,5 миллиона. Так, 1,5 миллиона и норма высева. Если в килограммах, часто спрашивают, а сколько в килограммах? Это где-то 70-75 килограмм, потому что в этом, ну, как бы масса тысячи у Маргарита была невысокой. И посмотрим кущение. Кущение у нас, ну, достаточно такое хорошее. То есть вот на данный момент я вижу 6, 4, так, где-то 7, 5, 4, 5, 3. Ну, то есть в целом кущение неплохое с такой нормой. И посев закрыт. Высота у него такая же, как и... Нет, ну выше где-то, наверное, 50 сантиметров выше, чем без удобрений. Но выглядит, конечно, намного лучше. Кстати, можно сравнить по кущению с участком, где также норма высева 1,5 миллиона. Ну, кстати, выше, это заметно ниже. И здесь как бы с кущением тоже проблемы. И ниже, то есть он ниже даже, наверное, 40 сантиметров ниже. Это вот без удобрений, с нормой высева 1,5 миллиона. Да, кустится, ну как бы нет такого, не так азартно, как, к примеру, с удобрениями, и протекает кущение. Поэтому посев с удобрениями, без удобрений, более густой выглядит лучше, чем с меньшей нормой. Здесь, кстати, есть остатки от соломы. Здесь была безотвальная обработка.